Илон Маск заявил в Твиттер, что пишет книгу о своих компаниях Tesla и SpaceX. «Пора рассказать историю Tesla и SpaceX, Земли и Марса», — написал он. Ранее сообщалось, что состояние Маска за неделю увеличилось на 11,5 миллиардов долларов. Основной причиной увеличения состояния бизнесмена в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее 100 миллиардов долларов. На сегодняшний день превышает 800 миллиардов долларов.